день моего прибытия, буквально после 5 часов после прилета, я уже посещаю первую интересную экскурсию по городу Санкт-Петербургу. В общем, отдыхаем и набираемся знаний по полной. Пойдемте со мной. Непосредственно моя первая экскурсия была экскурсия на автобусе по самым основным достопримечательностям Санкт-Петербурга. Эта экскурсия была, так сказать, отправной точкой моего путешествия, потому что именно в ее время я и определился, какие достопримечательности Санкт-Петербурга в дальнейшем я уже буду посещать. Она была невероятно обширной, красочной, узнал много основной информации о самых разных памятниках Санкт-Петербурга и посетил места, в которых вдохновлялись знаменитые писатели и поэты. В общем, первая экскурсия оставила мне самые прекрасные впечатления, но мы идем дальше. Мое приключение в Санкт-Петербурге продолжается, и сейчас я нахожусь на Дворцовой площади. Просто посмотрите, какая она огромная и красивая. Вот это огромное здание, бело-синее, это Зимний дворец, одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Честно, мне здесь очень понравилось, и я даже не ожидал увидеть такую крутую, красивую архитектуру. Будем изучать, кстати, этот Зимний дворец. Называется по-другому еще Эрмитаж. Думаю, это слово всем нам знакомо. А еще хочу сказать, что недавно, год или полтора назад, я был в Париже, и сейчас сравниваю с Санкт-Петербургом. Ну, хочу сказать, что лично для меня Санкт-Петербург намного лучше. Поэтому, если сравнивать Париж и Санкт-Петербург, наш родной российский город, по моему мнению, даже красивее и лучше. Наш небольшой репортаж продолжается, мы уже внутри. Здесь все очень-очень невероятно красиво, но все самое интересное еще впереди, так что ждите. Только зайдя в Эрмитаж, я сразу увидел парадную лестницу. Это невероятно красивое зрелище. Ее официальное название Иорданская лестница, но ее также называют и посольской, так как в старину по этой лестнице поднимались иностранные послы. Да и вообще, она выглядит очень величественно. На меня произвела сразу же большое впечатление. Конечно, как и ходить по Эрмитажу, так и рассказывать про него можно бесконечно. Но сейчас я поведаю вам про экспонаты, которые больше всего меня затронули. Вот посмотрите, например, эта картина. На ней изображен портрет Владимира Ильича Ленина. И, конечно, это картина с секретом. Как думаете, в чем секрет? Если вы зайдете за обратную сторону картины, то увидите портрет Николая II, последнего русского царя. Оказывается, когда эту картину реставрировали, нашли этот портрет. Еще меня поразила библиотека Николая II. Огромное собрание интереснейших книг. Кстати, интересно, что именно в этой библиотеке впервые появилась электрическая люстра. А еще у царской семьи в то время был обычай. По вечерам они садились и читали друг другу вслух. Также мне довелось побывать в военной галерее героев войны 1812 года. Кстати, она была задумана Александром I еще очень давно. И вот здесь изображены очень многие портреты героев войны. И некоторые портреты, как вы можете видеть, не нарисованы, а рамки просто затянуты зеленым бархатом. Это те герои, которых художник запечатлеть, к сожалению, не успел. Однако именно героев не забыты. Под каждой картиной есть подпись своего героя. Друзья, между делом я недавно прочитал книгу о Венгрии, посмотрите. Нахожусь сейчас в рыцарском зале. Все-таки меня привело сюда в такое место книга. И здесь просто очень много разных экспонатов, очень много всего интересного. Ну, и если честно, очень интересно нам про рыцарей и рассказывать. Необычно было также посмотреть и на обмундирование рыцарей. Некоторые части их доспехов стали для меня открытием. Например, я не знал, что ноги рыцарей сзади никак не защищены. И побывать в рыцарском зале было не только интересно, но и полезно. Ну вот, напитавшись искусством после Эрмитажа, я отправился посещать другие, не менее интересные экскурсии. Как говорится, вперед к новым приключениям! Я сейчас звоню по вот такому интересному телефону. Правда, никто мне не отвечает. Странно, ну ладно. Все равно телефон очень интересный. Прямо сейчас я направляюсь в одно очень интересное место, в музей Пушкина, который представляет собой непосредственно квартиру, в которой жил и творил сам Александр Сергеевич Пушкин. Представляете? Думаю, будет очень интересно, но это мы не узнаем, пока не проверим. Я уже получил билеты в музей, и сейчас мы направляемся изучать искусство.
Думаю, будет очень интересно. Нет, это я не разговариваю по телефону. Это я слушаю интересную информацию про дом Пушкина. И это действительно его дом, в котором он жил последние годы жизни. Вот тот самый кабинет, в котором он творил, и диван, на котором Пушкин умер. И я там действительно был. Вот уже и закончилась экскурсия, и если честно, я нахожусь под большим впечатлением. Все было очень подробно рассказано, расписано о жизни и, конечно же, о смерти великого поэта. Конечно, я знал эту историю о его смерти, как он был смертельно ранен на дуэли, но сейчас я буквально увидел своими глазами место и представил, как это все проходило. За моей спиной сейчас находится дверь, в которую как раз-таки вносили поэта, когда он был смертельно ранен. А на следующий день я уже отправился на экскурсию в храм. Храм этот называется «Спас на крови». Сейчас буквально в самой экскурсии начался такой дождик, так что в Санкт-Петербурге бывает всякая погода, но мы ко всему готовы. Что и говорить. Спас на крови изнутри невероятно красивый. И потолок, и стены, и колонны выложены мозаикой. Причем не обычной мозаикой. Это специальная мозаика, нам про нее рассказывали. Ну и, конечно, у этого храма удивительная и даже немножечко загадочная история. Но об этом вы узнаете, если там побываете. А так, мне внутри очень понравилось. Друзья, я не случайно нахожусь в этом месте. Не просто так я гуляю по Санкт-Петербургу. Здесь я прибыл на экскурсию. Не на обычную экскурсию по городу, а на экскурсию по произведению Фёдора Достоевского «Преступление и наказание». Нет, мне не будут просто рассказывать про эту книгу. Меня будут проводить по местам, где были герои этого произведения. Например, сейчас я нахожусь на площади Сенной. И как мне, наверное, сейчас расскажут, что-то тут происходило. В книге эта площадь упоминается. Поэтому сейчас буду узнавать новые интересные вещи. Ну что ж, друзья, как и все на свете, такая замечательная экскурсия закончилась. Я многого не понимал в книге и, опять же, скажу, как и в начале, даже планировал ее бросить. Ужасная мысль. Теперь все стало на свои места и невероятно интересно. Теперь даже какие-то моменты, которые я еще не успел прочитать, я буду представлять лучше. А сейчас я нахожусь в одном очень интересном месте. На углу Невского проспекта и набережной реки Мойки находится литературное кафе. Очень интересное место. И именно в этом кафе в конце 19 века собирались знаменитые поэты, писатели и журналисты. И здесь часто бывал Александр Сергеевич Пушкин. И именно отсюда он отправился на роковую дуэль на Черную речку. Я пришел сюда, чтобы вместе с вами заглянуть внутрь этого чудесного места. На втором этаже, собственно, где мы сейчас находимся, все, собственно, в такой обстановке, очень красивой, которую очень ценили российские аристократы 19 века. Красиво. Такое интересное меню, необычное. Тут даже во многих блюдах проставлены твердые знаки. Меня даже это немножко смутило, но очень интересно. Вот и все. Закончился наш прекрасный обед литературного кафе. Но мы отправляемся дальше. Ну а сейчас мы с вами идем и приходим в еще одно литературное место. Подвал бродячей собаки. Ну, если литературное кафе еще с литературой было связано прямо названием, то как же это связано с литературой? В этом месте собирались многие поэты Серебряного века, такие как Ахматова, Гумилев и Есенин. Они здесь часто собирались и праздновали какие-то события, и были в теплом кругу друзей. Здесь часто зачитывались новые интересные сочинения, и многие произведения писались тут. Даже на это кафе «Бродячие собаки», подвал «Бродячие собаки» есть некоторые отсылки в произведениях известных писателей и поэтов. Я направляюсь в самую знаменитую пушечную города Санкт-Петербурга. Ну, я немножечко проголодался. И там огромные всегда очереди, посмотрим, повезет ли мне сейчас. Может быть, очередь будет не такая большая, как всегда. В общем, сейчас все сами увидим. И даже сейчас я уже тут за достаточно большое расстояние от этой пушечной уже чувствую запах вкусных пышек. Скорее боже.
Скажите, а сдача найдется с 1500? Давайте проводим. Ого. Такого я никогда не пробовал. Да, это нежные пушки. Просто супер. Представляете, вот ситуация, вот просто реальная, без постановочных всяких там. Мы, в принципе, без постановочных снимаем. Иду, ем, значит, дожевываю пышку, да, и смотрю, что-то, ну, не жуется пышка какая-то. Думаю, что такое? Вместе с пышкой я случайно съел кусок салфетки, вот этой бумажной советской салфетки еще. Я ее жую, жую, вот такие вкусные пышки, что я не заметил, действительно, как чуть не проглотил салфетку. То есть, без шуток, действительно, так только что и случилось. Такие истории у нас в Петербурге происходят, видимо. А сейчас мое приключение пролегает через магазин «Зомби Елисеев». И вообще экскурсия называется «Тайны магазина отца Елисеева». Что это за тайны? Давайте узнаем, интересно же. А то вдруг там страшные тайны. Пойдемте. Действительно, на экскурсии не обманули, магазин полон секретов. Оказывается, есть торговый зал, в котором я был уже несколько раз и думал, что это просто кондитерская. Можно выйти в такое уютное помещение, в ресторан и далее на второй этаж. Пойдемте, пройдемся по этой самой лестнице, которая была, так сказать, секретной. Мне повезло, далеко не каждому посетителю такого магазина открывается этот прекрасный вид. Я сейчас нахожусь на балкончике, вы просто посмотрите. Вид на магазин сверху. Как красиво, как будто сделано, как будто балкончик находится во внутреннем дворе. Поэтому такой эффект, интересный вид. Очень интересно. Но пойдемте смотреть про экскурсию дальше. Это автомат для выдачи лапши. Сейчас какая-то хер развешивает, да? Друзья, сейчас самая неожиданная часть экскурсии. Мне приносят кувшинчик со сметаной, ну, собственно, каравай хлеба. И что-то каравай хлеба какой-то тёплый, какой-то жесткий. Я открываю наш каравай, а там борщ, борщ в хлебе. По-моему, это, ну, это невероятное что-то. Представляете, раз так крышка от борща закусывает сам борщ. Просто невероятная идея, просто гениально, мне кажется. Представляете? Давайте его попробуем. Сметанка, ложечка. Накладываем в хлеб сметанку. Теперь никто не попрекнет, что я ем без хлеба. И я ем с хлебом. Давайте пробовать. Внимание, птичка. Еще очень горячий, но такой свежий, вкусный. Невероятно. Первый, второй. Всем советую есть борщ с хлебом. Ну вот я покидаю этот магазин, но со мной его покидают еще такие вот прекрасные вкусняшки-подарочки. Посмотрите, сколько их много. Они такие маленькие, интересные. Так что такие интересные подарки я получил, выходя из этого магазина. Мое и даже, наверное, немножко ваше путешествие по Санкт-Петербургу подходит к концу. Я сейчас нахожусь на фоне такого красивого театра, который существует, как я понял, 30 августа 1756 года, ему 256 лет. И на такой исторической ноте скоро мне придется покинуть Санкт-Петербург, а ролик я уже заканчиваю сейчас, но не отчаиваюсь, так как меня ждут дальше еще очень интересные события. Ролики я буду выкладывать с этих событий, и дальше будет еще много всего интересного.
Ну а с Санкт-Петербургом я не прощаюсь навсегда. Обязательно сюда еще вернусь. Город мне очень понравился. Правда, часто идут дожди, но все равно очень здорово. Всем вам тоже желаю посетить Санкт-Петербург. Ну а на этом, думаю, пора заканчивать. Ролик, думаю, и так получился со многими событиями, очень интересный. Так что вы подписывайтесь на мой канал, обязательно ставьте лайки, пишите какие-нибудь интересные комментарии, какой любимый город России или другой страны ваш любимый. Ну, и, конечно же, читайте, дорогие друзья. Читайте, развивайтесь и путешествуйте. Ну, а с вами был Лисми. Всем удачи, всем пока!